Приветствую вас на канале остроумных, острых, умных, увлекательных, познавательных, а самое главное, актуальных и популярных новостей к этому часу в сети. Алла Пугачева тает на глазах. 66 лет, Алла Пугачева выглядит моложе, стройнее многих ровесниц и даже тех, кто намного моложе ее. Как ей удалось радикально похудеть? Да все, очень просто. Правильное питание – раз, здоровый способ жизни – два, адекватное занятие спортом – три, счастье, любимый муж, дети – четыре. Все. Все, больше ничего для этого успеха не надо. Вот, сейчас она вообще одевается в подростковую одежду, особенно низ, как поговаривают, ноги, бедра и тому подобное. Маленькие вещи. Как говорит сама Алла Борисовна, все мое, что у меня было, нужно выбрасывать или кому-то пожертвовать, потому что возвращаться к прежней фигуре она не собирается. Кроме того, вы знаете, что некоторые, более ну, такие, как некоторые проблемы со здоровьем Аллы Борисовны, так давно ее прооперировали в Израиле, и с тех пор она, конечно же, еще плотнее взялась за состояние своего здоровья. Кроме того, Алла Борисовна активно готовится к сольному концерту, который запланирован в следующем году, где она обещает порадовать всех своих поклонников исключительно новыми композициями. А для того, чтобы подготовить такую большую отдельную сольную программу, нужно время, а самое главное, естественно, что это здоровье. Поэтому Алла Борисовна сейчас на диете. В основном она ест гречу и рыбу, а также гоняет овощные супчики, которые она сама варит и просто их обожает. Вот так вот, друзья, видите, пример здоровой жизни. У меня пока все. Детальная информация по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал Остроумно. Канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Всего наилучшего, услышимся.